Пожалуйста, приведите мне какие-нибудь доказательства, как бывшего христианина, что Иисус не был перевоплощенным Богом. Вы знаете, я не думаю, что мне нужно приводить вам какие-то доказательства из своего христианского прошлого, но в своем сегодняшнем послании я привел качества и атрибуты всемогущего Бога, и нет даже намека из речи самого Иисуса Христа, что Он был Богом, человеком Богом или перевоплощенным Богом. Потому что вся идея перевоплощения Бога была греческой концепцией, римской концепцией, языческой концепцией, если хотите. И она не имела никакого отношения к Иисусу. Почему вы говорите, что церковь говорит, что Бог оплодотворил женщину? Это не то, во что верит церковь. Вы знаете, откровенно говоря, то, что говорит церковь, и то, во что она верит, церковь стала говорить через 354 года после Иисуса Христа. Я не думаю, что 354 года после Иисуса Христа принципы, принятые на Эфесском или Никейском соборах, соответствовали 19 положениям, которые я могу вам процитировать, и в которых Иисус сказал о себе. Что, простите? Почему бы вам не выйти сюда? Пожалуйста, подойдите к микрофону. Извините меня за неудобство. Ничего страшного, ничего страшного. Почему вы говорите, будто церковь говорит, что Бог оплодотворил женщину? Я подчеркиваю слово «оплодотворил», что не является тем, во что верит церковь. Христиане верят, что Мария – девственница, не оплодотворенная никем. Мария – девственница, забеременела по воле Бога и родила Иисуса. Я не говорю о том, является ли Иисус Богом, или о чем-то подобном. Я хочу знать, почему вы приписали Марии, то есть почему вы говорите, что христиане говорят о Марии, что она была оплодотворена Богом, в то время как мы не говорим этого. Я прошу вас представлять верование христиан правильно. Если вы не знали этого, я пойму. Но христиане не верят, что Бог оплодотворил Марию. Они верят, что Мария забеременела по воле Бога, что, думаю, совпадает с вашими убеждениями. Не спрашивайте о том, во что верю я. Заканчивайте с вашим вопросом, я отвечу вам на него. Если вам больше нечего сказать, то, пожалуйста, присядьте, пока я буду отвечать. Так как вы уже разворошили большой муравейник, и мы поговорим об этом. Концепция церкви относительно Марии говорит о том, что Мария является матерью Бога. Да. Отлично. И кроме того, церковь верит, что Мария также является дочерью Бога. Да, ну в другом смысле. В другом смысле. Отлично. А также, что Иисус, то есть Мария, непорочная. Это значит? Вы ведь знаете, что это значит? Безгрешная. Безгрешная. Правильно. Это означает, что как человек она идеальна. Да. Отлично. Значит, как мать Бога, она мать Бога, являясь матерью Иисуса. Но он также является дочерью Бога, потому что Иисус Бог. Да, но я хочу получить возможность ответить на это утверждение. Извините меня. Я просто отвечаю на ваш вопрос. Я никогда не говорил о том, что церковь говорит, что Мария была оплодотворена Богом. Я этого не говорил. Вы использовали слово «оплодотворил», но я не это имел в виду. Вы извините, но вы использовали слово «оплодотворил». Позвольте мне объяснить вам, что это не мое понимание как христианина, христианина в прошлом, о том, что вы верите в то, что Бог оплодотворил Марию. Нет, мы говорим, и наше понимание отличается от вашего. Мы верим, что Мария была оплодотворена Словом Бога, что Слово Бога было помещено в утробу Марии, и она забеременела. Но проблема в том, что это языческая концепция, когда у Бога есть мать, и одновременно она является его дочерью. Значит, Бог заперт Марии с обоих сторон.
Мария является матерью Бога, с одной стороны, и она является же его дочерью, с другой стороны. И в этом-то проблема. Здесь попахивает кровосмешение. Могу я на это ответить? Послушайте меня. Если я рассердил вас тем, что вы подумали, что я сказал об оплодотворении Богом Марии, то я беру свои слова обратно. И вы добились своего. Но вы лично сказали всем здесь, что Марию считают матерью Бога, и в то же время она дочь Бога, а мы отвергаем это. Вы также можете, как и я, арендовать зал, выступить с лекцией, и я буду задавать вам вопросы, потому что больше я их не принимаю. Хорошо, просто я хотел, чтобы вы прояснили утверждение о том, что Бог оплодотворил Марию, и вы сделали это. И я согласен ответить на вопросы о Марии как матери Бога. Хорошо, спасибо. Мы хотим поблагодарить нашего гостя, и мы все не клевещем на католическую церковь. Это просто вопросы вероубеждения. Спасибо большое.